Привет, друзья, меня зовут Ваня, и сейчас я хочу нарисовать кита. Большого кита, похожего на мой логотип, рыба-кит папа рисует, но немножко чуть-чуть другого и супер-черного. У меня есть только черная краска, и я ей только буду рисовать. Белый лист бумаги, да, и две кисточки, средняя и толстая, и тонкая. Берем черную краску и рисуем кита. Смотри, я очень много краски сразу беру, вот так помешаю, чтобы краски было много, чтобы моя кисточка была мокрая, сочная, и она могла сразу рисовать большущего кита. А кита я рисую вот так, смотри, я отсюда до сюда нарисую кита. И раз по кругу, теперь сюда, и теперь хвост идет, вот сюда к хвосту. Видишь, моя кисточка не справилась, мне нужно побольше водички и побольше краски. И я еще раз проведу, а вот теперь уже лучше, сюда к хвосту, хвостик у него тоненький, красивенький, да? И плавник сделаем на хвосту. Но сейчас еще воды и еще черной краски. Немножко капнул, ничего страшного. Рисуем хвост. Плавник идет. Раз хвостовой плавник. И два хвостовой плавник. И сюда. И сюда. И получился у нас хвост кита. И очень красивый. И очень красивый. Теперь рисуем ему улыбочку. Вот так вот. Раз. Улыбочка. И к хвостику. Получается такая волна. Раз и раз. Да? Здесь оставим место для глазика. Маленький глазик такой, маленький оставь совсем, и черненьким нарисуем его. А все остальное я закрашиваю черной краской. Сегодня кит, я кит-марафон продолжаю, буду рисовать, не останавливаясь китов. Если ты хочешь поучаствовать, то очень просто. Бери, рисуй кита и делай сторис. Я твою сторис обязательно себе запущу в свой канал, и будет у нас вместе кит-марафон, и ты, и я будешь делать. Черный кит у нас получился здоровский. Плавник рисуем большой. Ему плавник, нашему киту плавник. И большую кисточку, вот эту толстую, которую мы сейчас рисовали, мы убираем. Хорошо ее смоем. Тщательно, чтобы она была чистая. И вот так вытрем сухой тряпочкой. Она сухая, готовая кисточка к дальнейшему рисованию. Но она сейчас нам больше не понадобится. Теперь нам понадобится... Тоненькой кисточкой мы тоже берем черный цвет и рисуем брюхо нашему киту. Брюхо огромное, вот отсюда до сюда я его рисую. Большое брюхо, вот так. Фу, вот это брюхо, ты скажешь, да, брюхо большое. Теперь я рисую вторую полосочку, тоненькую, тоже сюда веду. И третью, а брюхо все будет полосатое. И вот так я все в полосочках веду, не останавливаюсь. Я быстро ввожу. Если ты опаздываешь, то ты ставь на паузу и сделай, как я. Здорово, получился отличный кит. Но ты скажешь, что он пока на кита не похож. Почему? Потому что нету фонтанчика. А фонтанчик мы сейчас с тобой тоже нарисуем этой же тоненькой кисточкой. Вот так рисуем во все стороны. Идет водичка. Наш кит плюнул водичку или плюхнул, или во все стороны я рисую и водичка, и длинные, и короткие струи. Вот так. Здорово и очень просто такого кита нарисовать. Здесь можно рисовать несколько кружочков. Они будут показывать, что кит под водой, что здесь у него вода. Здесь у него вот так вода заканчивается. Вот так мы рисуем. И вот она. Наша картина. Только черной краской, к примеру, гуашью или акварелькой, ты можешь нарисовать такого кита. Все. Кит сегодня закончен. Кит-марафон продолжается. Он совсем еще не закончен. Я рисую, еще хочу нарисовать миллион китов для тебя, для себя и в мою коллекцию рисунков. Тебе большое спасибо за участие в марафоне. Многие ребята прислали свои работы, и я их добавил к себе. Уже у меня одна папочка, кит-1, кит-2. Сейчас появится кит 3 и кит 4. Я уверен, что за ближайшую неделю мы так и сделаем с тобой. Спасибо тебе, что ты рисуешь со мной. Я никуда не ухожу. Хорошего дня. Прихожу через 5 минут и рисую еще что-нибудь. Это будет здорово. До новых встреч.